Необходимость изменить схему маршрута номер 2 назрела уже давно. На прошлой неделе анапский МФЦ переехал по адресу улица Шевченко, 288. Анапчане высказали пожелание: нужен транспорт к новому офису МФЦ. Проблемы решили сразу. На маршрут номер 2 добавили 3 автобуса и немного изменили схему движения. Теперь автобусы и маршрутки идут по улице Самбурова, как раз в том районе, где расположен многофункциональный центр. Изменилась и конечная остановка. Раньше конечным пунктом двойки был 12-й микрорайон Южный рынок. Теперь микрорайон 3А, конечная маршрута номер 17. Прямое направление у маршрута номер 2 не поменялось абсолютно. Схема осталась прежней, просто добавился кусочек. Из 3А они будут идти через Красную площадь, также в 12-й. И в 12-м микрорайоне, где была у них конечная, также они забирают пассажиров и идут по старой схеме. На обратном пути, чтобы доставить пассажиров из центра в оба микрорайона, и в 12-й, и в 3А маршрут изменили. Согласно схеме движения, с улицы Ленина автобус будет поворачивать на улицу Лермонтова. И через 12-й микрорайон следовать в 3А на конечную остановку. Очень хорошо, нам нравится, что это конечная остановка. То бишь на 17-м мы можем и туда проехать, и двойка. В общем, разные эти маршруты нам... очень нравится. Ну, конечно, удобно. Каждому человеку нужно попасть в любой конец города, поэтому, я думаю, это удобно. Ничего плохого в этом не вижу. Если больше маршрутов, значит, лучше для людей. Я так считаю. Так что это спасибо большое. Перед тем, как изменить схему маршрута номер 2, руководители предприятия ТП «Кубань» согласовали все детали с транспортным управлением. Новая конечная остановка двойки в 3А микрорайоне станет для анапчан, пользующихся общественным транспортом, несомненно, более удобной. И жителям Алексеевки добираться домой вечером будет проще.